Мигрантам могут разрешить работать в соседних регионах страны без переоформления патента. Торгово-промышленная палата предлагает упростить порядок трудоустройства иностранных жителей. Ранее мигранты могли получить разрешение на работу только в одном регионе России. Теперь предполагается, что они будут получать единый патент вне зависимости от цели визита и места работы. Это позволит обеспечить качественный прирост иностранных работников в страну. Кроме того, в ТПП просят разработать стимулирующие меры для привлечения высококвалифицированных специалистов из соседних стран. В прошлом году на миграционный учет в Башкортостане встали почти 74 тысячи иностранных граждан. Из них с целью работы более 40 тысяч человек. Ежегодно в республике выдают 25 тысяч патентов. В этом году из-за пандемии наблюдается существенный спад. Заявления на получение документа подали меньше 8 тысяч мигрантов. Также в торгово-промышленной палате предлагают перевести миграционные процессы в электронный формат, ставить иностранных работников на учет через специальные сервисы и внедрить электронную подачу заявлений в госорганы.